рентген на лампе V10130. 76-го года лампа. Высокое напряжение получается с помощью трансформатора диодно-каскадного строчного, или же ТДКС, выдающего постоянный ток. Модель вот она, я так полагаю, ВРМ-052C. Параметры блока питания. Блок питания здесь push-pull или же ZVS-драйвер, говоря обычным языком. Намотка, такие вот некрасивые витки, это 5 плюс 5 витков, проводом 2,5 мм. Конденсаторы 0,6 микрофарад на 600 вольт. Транзисторы, это у нас ERFP460. Итак, вот это вот, можете сказать, транзистор, закрепленный на радиаторе, но нифига того, это диод. В данном случае это диод HFA08TB60, супербыстрый на 600 вольт. Я его поставил на радиатор, но на деле можете на радиатор его не ставить, поскольку он не выделяет абсолютно никакого тепла. И вот еще один такой же. Так, ну все остальное тут примерно такое же, как и в стандартной схеме. А дроссель и конденсаторы в данном случае я взял уже с готовой схемы ZVS-драйвера. Можете найти его, можете найти ее на Алиэкспрессе. В общем-то, не измерял я, насколько дроссель, но все-таки. Блок питания здесь 24 вольта, но в данном случае при помощи вот этой вот маленькой подкрутки, это переменный резистор, можно поднять напряжение до 28 вольт. Также с генератора идет дополнительно 12 вольт. Вот этот толстый провод. Где еще один? Вот этот толстый провод, идущий с генератора. Их тут два. Вот такой вот он толстый. Здесь порядка уже 10 миллиметров. А питание здесь 24-вольтовый блок питания. Вот такой вот импульсный. Но в нем можно подкрутить напряжение. И, в общем-то говоря, его можно подкручивать в пределах от 18 вольт до 28 вольт. На случай он установлен в предел, то есть в 28 вольт. И еще последовательно подключено напряжение с генератора 12 вольт. Вот таким вот толстым проводом. Это порядка 7 миллиметров. Что ж, ребята, вот такая вот схема. И также для более удобного управления здесь реализован выключатель ТВ-1-2. Запускай. Нормально. Зашкал, да?